Так, друзья, маленькая зарисовочка насчет еды. Вот такой вот, видите, салат рыбный. Рыбный такой салат, насколько я понимаю, вкусный. Вот. Спасибо. Вот так, хлеб принесли. Потом вот такой вот рыбный супчарский. Тоже чисто рыбный. Как бы. Это суп или борщ вообще? Как его назвать? Ну, в принципе, как солянка. Солянка. Ага, солянка. Окей. Вот такой томатный сок у нас идет. И находимся мы сейчас, видите, это рынок, вообще центральный рынок. Такая вот кафешечка. Чисто рыбная тема здесь проходит. И очень хороший такой, как сказать, такой приятный вообще персонал здесь работает. В принципе, по большому счету, я, наверное, больше благодаря этому персоналу сюда попал. То есть я зашел посмотреть, но этот персонал так красиво разговаривал, что я решил здесь все-таки поесть. И я так думаю, что я об этом не пожалею, потому что супчарский я уже немного закатал, но он вкусный. Сейчас посмотрим, что с этим салатом. Всем тем, кто ест со мной, моей банде, приятного аппетита. Пока все, смотрите Обзор ТВ.